93 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Татарстане. И это максимальный показатель за прошедшие 7 месяцев. В Набережных Челнах инфекцию обнаружили еще у 8 жителей. За время пандемии болезнь диагностировали почти у 11 тысяч татарстанцев и у 1113 челнинцев. По сообщению Федерального оперштаба, за сутки от коронавируса в республике умерли 3 человека. Общее число жертв достигло 150. Как сообщил сегодня глава Горздрава Александр Николаев, в Набережных Челнах по-прежнему зафиксировано 29 смертей. То есть, по официальным данным, за последние 4 недели скончавшихся от COVID-19 в Автограде нет. В России за день инфекция забрала жизни 456 человек, а всего более 43 500. Суточный прирост заразившихся 4-й раз с начала пандемии превышает 28 000. Всего зарегистрировано почти 2,5 миллиона случаев заражения.